Думали, что мне будет пиздец там, но мне было вообще нормально. Ни голова не болела. Даешь еще модера без ставок, немного печаль. Я тут, наверное, никого нет такому, кому можно дать модера. Филин, дядь, могу тебе дать. Хочешь, кристаллик заберу, дам модер. Будешь сам ебашить ставки. Так, ну проверим эти серваки, может они будут получше. Паша, жги, Купер, спасибо за полтинник. Оба, ну все, погнали. Пойдем чисто рубиться. Не будем лутаться вообще. Ого. Так, здесь табун. Все сверху, надо мной. Походу меня услышали. Здесь табун. Они ходят, двери открывают, здания разлутают. Меня услышали, походу, все замолкли. Я думаю, возможно, справа есть. Здесь. Хуй поймешь, на каком они этаже? На третьем выходит, выше, надо мной. Пипец, вот у модера интерфейс, как в самолете в кабине. Сейчас выйду на одного, подставлюсь на второго. Если их три, то заебись. Их больше, чем три. Четыре минимум. Ну и чё ты сюда приехал? М1 остался. Мразота! Сука, ебать! Фу, последний чел не растерялся. Да, чуть не убрал. Я бы не успел бы, короче, аптечку заюзать. Он прям на меня вышел в нужный момент. И, кстати, 4, а не 5. У меня нету КМСки. Есть шанс, что есть пятый. Я вроде четверых убил. Бля. Ля. Бать, у типа пуха. Ебай. Тупо искусство. Ля, как прицельчик поставил прям. Все четенько. Сработано прям жестко. А тупо бедолаги реально попались. Они никого не трогали, подняли себе хуй знает куда. Для того, чтобы просто лутаться вообще. Они хотели просто лутаться. Все. Понимаете? Они не хотели сражаться, стреляться. Гляньте, лутают все. Офисная бумага, скотч, спички. За водичку спасибо, дядя. Арвену-карвен он попить принесли. Элита. Пушка ученика Гамута. Да. Странно, что их 4, а не 5. Аля, аля. У него еще и покушать есть, и попить. Ай, молодцы. Реально, заботились о старом, в старике Равине. Покушать, попить принесли. Шикардос. Базе 15 левела. Базе с водичечкой, да? А у базика, смотрите, лутецкого-то нема. Все, значит, какие-то болты понаходили. А базик без лутецкого, смотрите, носится. Вообще нихуя у пацана. Все подметали, реально, базику ничего не оставили. Прикиньте. Бедный базик. А он 15 левела всего. Неуважение к базику, да. У базика и калаш похожи на фекалию. Меченка. То, чего мы достойны, да? У меня, кстати, горит точка. А где? Котик, да, горит? У меня перевес, пиздец, ебейший. Мастер, реально пиздец.
Тут движение нехуевое. Возможно, еще есть. В конце стоит, возле подъемчика. Дядь, ты стреляй, ты грамм на гранату сюда не кидай. С двух сторон закрыли меня, но такое нельзя затащить. У меня был всего один выстрел, но я походу не дал ему в голову. Охуенный, кстати, рейд получился. Но в конце еще двое подъехало. Реально некуда было деться. Он по мне выстрелил в спину, у меня стамина слетела. С другой стороны, чел, я не могу бежать на него, потому что стамины нет, я могу только идти. Мне реально ничего не осталось, кроме как попробовать убить этого типа в конце. Иначе я, ну, стою открытый под хаешку, реально маневров не было. Такой бред, всего три пули залетело, у меня стамина слетела в ноль. Ну, рейд классный, людей много. This kid is right here.